Вены, знаете, я мужу говорю, слушай, у нас уже столько э, очередь проповедующих. Не снимаем это только благословен проповедник, а сказом на супругами. Ты знаешь ли, как эфирида за проповедование? Я говорю, у тебя впереди э, еще месяц не будет места проповедовать. Он что месяц не не мада может да проповедовать? Он чему сказал? Я очень рад этому. И то сказал много, я рад вам, Да. И мы всегда вот сегодня будет у нас проповедник, которого мы очень рады всегда слушать, правда же? Не что има тоже да? то много. много се радваме списка, да, знает, да всеки да, път. Потому, що мы получаем очень много истин. Защото получаваме много истина от него. Толкуването от еврейски язик. Да. Все... И да поприветстваме всички Сергей Гуров. Слава Господу. Слава на Господ. Шалом и брахот церковь. Шалом и брахот э, церква. Благословение вам всем. Благословение на вас сечки. Наверное, каждый человек э, очень приятно, когда что-то о нем хорошее расскажет. Сигурно на, всеч... на всякий человек мой приятно, когда отказывают на него нечто добро. Но, ну, для проповедника это опасно еще. Но за проповедника твоя и малко опасно. Чтобы вождь. не возгордился. Да не все возгорди. Христос воскрес! Христос и воскреснул! Ой, слава Богу, здесь нет таких, кто сказал бы, да ты чё, как, как, он, еще Пасха Слав... впереди. Слава на Бога, че никой не казал, и мне не такая, а ты велик и напред. <реклама> че? О, да. ты не воскреснул. <реклама> и я не знаю просто, кто как, по каким вычисляют эти праздники. Не знаю, кой как исчисляют эти праздники. но я иду именно так как написано насвета как акту пищи господь воскрес именно на праздник песах Гпод и воскрес точно на праздник песах в этом году это будет 22 23 в ночь на 23 апрелявтор 23 апрел произ что ну примерно неделю и Назад открутим, получается торжественный вход в Иерусалим. С этим ца преди имеешь торжественно торжественно влизание во Иерусалим. И тогда я получается попал с вами на праздник Преображения. И тугаво попадных со с вас на праздник преобразяваны И вот сегодня я хотел бы об этом с вами поговорить. И за това би искал до поговори со с вас нес. Не все будет мудро, что я скажу. Не, няма да бъде мудро, което скажу. Но я буду говорить и слово, Но слова. Но тебе говорю слова то. А написано, что все писание богодухновенно и полезно. И то пишет, всяко, э, писание богодухновенно и полезно. и полезно. Итак, откроем Лука, 9 глава, 28 по 36 стих. 9 глава от 28 по 3 до 36 стих. После сих слов, дней через восемь, взял Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Можно первый... Итак, преображение. Представьте, что ученики Пришли си, на гору Фавор. Вверху планина Фавор. Я не думаю, что они дошли до самого пика, она большая на самом деле. Не мысля, что са на, на най точка, понеже доста висока. Но почему-то они утомились в дороге. Но прилегли. изморили в пътя и са легнали. И вдруг, когда глаза открывают, но представляете, мы с вами идем на гору. И изведнешь, когда то ставят, представьте себе, не если на планината. Даже если у меня плохая память, я все равно замечу, кто возле меня. Даже если у да меня плохая память, аж ты забележишь, что ты забележишь, что ты забележишь, то то за какой-то домен. Люди не ходят на эту гору, там нет ничего интересного. Хорота не ворвет на тази планина, там няма ничто интересно. Но Иисус идет с тремя учениками. Но Иисус ворвет со тремя ученицей. И больше никого нету. И пово́чнику не́ма. А теперь представьте, что вы вот утомленные присели, что-то отвлеклись. Представляете себе, видите э, изморение, сидят нах ты, нечто се рисеют, и после глядате. И вдруг еще двое. И, видно, что ожте Евреи не рисуют. Евреи не рисуют. Ни одно изображение святого не рисовано, чтобы ему не поклонялось. Ни одно изображение на, свя не нарисовано, да не мусе поклонят. Но почему-то они узнали, что это был Моисей и Илья. Но по некакой причина са разбрали, че твое бил Моисей, Моисей и, Илия. Почему же явились Моисей и Илья? За что садушли Моисей и Илья? Давайте вообще посмотрим по Библии, написано, что Енох был взят на небо. Да поглядим, как вы в Библии, это пища, что Енох и был взят на небе. То. А Моисей умер. А Моисей и умрял. То есть нельзя поставить здесь какую-то рамку, что это были два, которые были взяты на небо. То есть мы не можем да сложим никакой рамки, что тези два масса были тези, которые со на небе. Но в этих личностях есть очень яркие эпизоды в жизни. На, э, на тези личности, им, тези личности имат много ярких эпизоди в техния живот. И самая первая личность, которая нам встречается, это Моисей. И най-первата личность, която не се среща, това е Моисей. Кто такой Моисей? Кой е Моисей? Помните, что его имя означает, да? Сещате ли се, какво му? Мойша. Мойша. Оша, помните, я вам говорил, Оша, о, это лице? Оса, Осана, да спаси спасение, а Оша. Веказвах, усана, спасине, спасине, а казвах, твоя Осана, спаси не, спаси Оша. А это вода, то есть а спасенный из вода. воды. То есть спасен от водата. Он выводит народ из рабства Египта. То есть везда народа от рабства на Египет. И даровал им свободу в течение 40 дней. И подарил им свободу в течение та на четырься дни. Он довел их до земли обитованной. Тогда я довел до обестанатая земля. Но народ сказал: мы не сможем пойти завоевать там великаны. Но народ и сказал: чини неамо, да можем до гузовуююваеме там ему великане. Там земля кушает живых. Земля это сохранится живите. И только лишь два человека сказали, что нет, мы пойдем и сможем завоевать. И само двама сказали, са не, не, что успеем до да и до да завоюваме. Они исповедовали. Те са исповедовали. После этого они и зайдут в землю. После этого и что влезут во землята. Кто это были, помните? Кои са били что телесе? Иисус Навин Иисус и. Иисус Навин и. Кто? Хавил. И Халев. Итак, смотрите. Поглядните из-за того, что люди не поверили словам Бога. Сороди твоих хорота не на надумете на Бога. Они еще 40 лет кружатся по пустыне. Ты уже четыре сутки не ворветись пустиня то. И те, кто сказали, мы не войдем в нее. И те, за кого-то сказали, чини не ямо давлязем там. Они не вошли. Ты не совлязли. Они умерли там же в пустыне. Закинулись а там в пустиня то. Но второй закон не в 27 главе есть очень интересный эпизод, Но который во... я хотел бы, чтобы мы прочитали. Во втором законе, 27 глава, има много интересный эпизод, который я хочу да, да «И заповедал Моисей старейшины сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне, и когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе», Тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. Напиши на камнях всех все слова закона сего. Когда перейдешь, в Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед» как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железо». Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога Твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу Твоему, и призови э, приноси жертвы мирные, и ешь там и веселись пред Господом Богом Твоим. И напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. Можно вторую картинку? Можно ли вторая снимка? Итак, представьте, что народ израильский вышел из пустыни, и перед ним две горы. Представьте себе, израильский народ излязал от пустыни, и перед тях им две планины. Гевал и Горизим. Гевал и Горизим. Сейчас, благодаря тому, что был создан такой капельный орошающая система, Сега, благодарение на то, что има капкова урастительная система, весь Израиль он зацвел оазисами. Целый Израиль э, э, с оазиси. Но до этого. Но того, Одна из гор, она была просто лишь э, горизим, это была цветущая гора, она в лесах, этнам, в кустиках. Горизи, как она горизим. горизим да. Тя цвела с дарвета, с цветя, с сечку. А гевал? А гевал? была пустая и была пуста и вдруг говорит э, Господь и из Господь казва, что пойди на гору Гевал, на пустую гору, на которой ничего не растет. То есть уйти вот на холм Гевал, там, когда это ничто не растет, где это праздно, сделать там жертвенник и направить там жертвенник. Понятно. Ну, пошел, значит, Моисей, там люди, начали строить жертвенник Разбрахме на пустой горе. Моисей со схорота започнах это строить жертвенник на праздно планина. И вдруг Господь продолжает. Он говорит, что этого недостаточно. Изведнеш Господь продолжава и казва, това не достаточно. Читаем дальше. Читаем на татак. Девятого стиха. От девяти стих. И сказал Моисей священники левиты всему Израилю, говоря, Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Какие-то слова, которые очень сильно похожи на христианина, который заключил завет с Богом. много на тези христианин может Когда... направил с Бога. Когда человек выходит из воды, Когда от водата, у него новый статус, он сделался народом Господа Бога. То и и стану, э, Итак, слушай гласа Господа Бога Твоего, исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют Тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день Тот Говоря, сей должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ. И он перечисляет. Это должны быть Симеон, Леви, Иуда, Исахар, Иосиф и Вениамин. Шесть колен на одной горе. Шесть колен на одной горе. И осей должны стать на горе Гевал, на другую гору. Рувим, Гад, Асир, Заволон, Дан, Нифалим. И другие шесть колен стали на другую сторону горы. И другие шесть колена, что застанали на другую -то планина. И представляете такая картина. Народ такая картина. стоит среди вот этих двух холмов, две горы. Народа стоит такая из двух этой планини. И с одной стороны звучат слова благословения, и вот одна сторона звучат думайте на благословение. А с другой стороны слова проклятия. А вот другая та сторона, думайте на проклятие эту. Но не то, что, знаете, ах, чтоб ты там провалился там или что-то такое. И не так его. И такая айди да парнейш и другие. Что-то другое. Нет. Глядь что, если ты это будешь делать, ты будешь проклят. Т ты какая-то такая, ако правишь то во нечто, что ты будешь проклянут. А если будешь делать то, что сказал тебе Господь, ты будешь благословен. А если правишь то, что Господь тебе скажет, ты будешь благословен. К сожалению, начало 20 века. За сожаление во начале то на 20 век. Зашел дух э, этого Бога не верить, как это атеизма. И влезал дух атеизма. атеизма. И многие сразу же говорили, слушайте, и много то Библия, чуете. это люди написали фанатики религиозные для того чтобы управлять людьми и все такое Библиепис э, напи отхвор такой фанатичней измыслней что там говорили об этом все кроме евреи.

за что-то праздник бармицева это означает что ты стал сыном заповеди два узнача сена на заповед ты не тот который отли... не можешь отличить правую и левую руку помните в библии это не, да? не может до да лечить дяснута или аватарарака то есть это говорится примерный возраст до 13 лет то есть у вас и каз город 13 годично возраст то в 1982 году и при 1982 был один э, такой археолог Адам, Зерталь, и был один археолог Адам Зерталь, который нашел таблички на горе Гевал. намерил э, таблички табели да кое-то намерил да. табели на э, можно снимку на гураге, на планинах Гивал. Вот доказательство того, что там на самом деле не только был обыкновенный холм, но стоял жертвенник и нашли таблички с проклятием. И то доказательство, что не было само праздно планината, но там и бил жертвенник и и табели со с проклятием. У людей дух атеизма сделал большую трещину в хората духа на атеизма Как же получается, что это доказательство того, что здесь написано? И се получава така, че това на това, което пише. И э, я много могу об этом говорить, но я хочу перейти немножко и к другой теме, потому что времени не так много. Много мога да говоря по тази тема, но искам да премина към другата. Дело в том, что Гаризим Горизим. И Гевал находится в такой э, равнина равнине между этих гор, или долина, долина Сихем. А... долина Сихем. Да. Герезим и Гевал находятся в э, низина, която... Сихем. Сих... която се казва Сихем. Да. И там жили самаритяне. И там са самаритяне. Вы знаете, кто такой самаритянин, а кто такой самарянин? Знаете, ли, чем разница? Самаритянин и кое-самарянин. Какая разница-то? Дело в том, что после вавилонского плена туда пошли люди и заселили места э, Израиля. После этого вавилонского плена. там со утешили хорота вот Израилю, это. Это были самаритяне. Вот вавилонку это язычницы, вот вавилонку это там со Это были самаритяне. Твои были самаритяне. Но по истории сказано, что их начали э, эти львы кушать, Но по истории, умирать, да пиши, они стали прям вот запачненных до да загибать, ловить и запачненных до да гиедот. То сразу сказали, слушать, там должен Бог то земли быть и найдите хотя бы одного священника. И ты оказывает, там требо даимо Бог намерете по не един священник. И тогда пришел священник. Кто вошел священника? Еврей, который еврей, обучал законам. Кто то обучал на законе? И те, которые принимали, и тези, приемали, они начали поклоняться живому Богу. Започнали, да, се на живия Бог. Но при этом, знаете, как? Но вопреки э, това? Осталисья эти поклонения и предкам. Соустанали и покланета на поклонения это на предсите, Человек, который поклоняется и живому Богу, человек, кого-то се покланя и на живия Бог, и другим своим богам, и на другие свои боговые, его звали уже Самарянин то вече сой казался морянин. И вот, когда Иисус э, шел недалеко от поселка Сихарь, и кугату Иисус и ворвел недалечь от поселения то он встретил как раз самарянку. То это мане встретил самарянка, которая первая узнала, что он Мессия. Когда ту первую разобрала, читая миссию. А знаете, какой у них был интересный разговор? Знаете, или какую интересную разговор? Она показала са имали? ему вот эту гору, которую вы сейчас видели. Тяму я показала тази планината. Я только что видях ты. Там наши предки поклоняются. И показала на там наши предки, те се себе И на самом деле на Гевал как раз и находится храм Самаринский. И в соотношении на Гевалсе намира този храм. И она говорит, тут ли надо поклоняться или в Иерусалиме? И тебя пита, там ли треба да се покланяме или в Иерусалим? Это, знаете, такой был провокационный вопрос. Малко провокационный вопрос. И Господь ей говорит, что пришло время. И Господь ей сказал, что ей дошло время. Не в Иерусалиме и не на горе сей. Не в Иерусалим или на абсолютно планина. Абсолютно на любом месте. Абс абсолютно во всяком месте. И даже здесь. И даже тут. И даже тут перед телевизором. И даже там пред телевизора. Ты можешь найти это место поклонения. Ты можешь да место на Где есть Господь? Когда Господ. Он первый раз упоминает себя как Мессия не То, ученикам, а этой женщине. Той за первый раз упоминает себя как Мессия не пред ученицей, а пред друг человек. Самое интересное то, о том, что э, второй, э, кто явился, это у нас э, Илья. У меня написано Ильягу, я пишу то сторы. -то Тот, который жил после разделения царства Израиля То, на Израил, северное – это Израиль, и юг – это Иудея. На северную – Израил, и на юг – Иудея. И в Иудеи допускались священники даже не из левиного колена. И в Иудеи сосед допускали э, священницы не от коленото на леви, которые участвовали в постройке не только в храмах, но и капищ соучаствовали в построении и на храмовой, и на капишта. Это происходило в период царя Ахава. Това се случило в период на ца, Ахав, И сидонской царицы Езавели. И сидонская царица Изавел. Да. И вот пророк живет в это время. И пророка живет по твое время. Но ну, он идет к одним, говорит, слушайте, давайте Богу поклоняться. То есть его приедните, дайте до себя поклонение на Бога. Давайте, все, помолились, аллилуйя, наполнились дайте, помоли духом, се, все. Дайте аллилуйя, наполнились со духа. И, и, вдруг идут э, как, какой-то эскорт царя. Некой эскорт на, ц... цар. Сразу прекратили молитву, с, там, поздоровались, молит, отвлеклись. Се, Потому что царь проповедует другую религию. За что то царь проповедует другая религия? Построенный капище в Аалу. Построены за капища на Аал. И народ в разделении находится, кому поклоняться, и кого наделя, то на кого да се поклоняем и кого да слушаем. И тогда мы с вами перейдем на следующий этот э, момент. И тогда вообще применим к следующему момент? А, не, э, другая другая, 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 другая. Вот. Это у нас недалеко от Хайфы, гора Кармель. Това е от Хайфа, И следующее тоже можно. Это бахайские сады с центра Кармель. По подниматься можно. И тут из... еще одно. От центра И можно вот сикачевать. Это интересное место. И твое много интересное место. Вот на гору Кармель на планината Кармель. поднимается Илья Се качва или? И по дороге, чтобы подняться, он говорит: сегодня по вы узнаете, казвы, что кто такой Бог. Хватит разберете, кой и Бог. Хватит хромать на два колена. Спрете да сыпуклайте на две колена. То есть ты и не теплый, и не горячий. ты на две колена? То есть не не холодный, не горячий. Не ты си теплый. хладен, не си гураеш, ну, если Богу не нравится э, теплое, я думаю, вам тоже не нравится, если вы пьете теплую кока-колу. На Бога окунем ухаресла тепло, а сигурны на вас не ви харесла допить этой кока-колы. Или растаянное теплое мороженое, да? Или ступил а усы, -а. ступился, топл сладулет? Или вот когда э, Смотришь, там какая-то жирный супчик, а Или он уже он остывать начал и все, он как-то невкусно выглядит. Суп это и вече тя се охлаждает и не изгляжда толково вкусно. Для Бога точно также. За Бога есть все что то. И Он не хочет, чтобы ты был вот на два колена хромал. И той низко, такая докусаешь да на две ты колена. Тогда он предлагает, что давайте мы придем с вами на гору Кармель». И той предлагает да увидят на планината Среди вот этой всей горы одна с одной стороны Хайфа, она вот красивая, вы видели там бахайские сады пальмы она... и все, а с другой. А. Извините, я не запомнился. С одной стороны вот на она красивая. Много со стороны Хайфа от это Хайфа. вот э, хребет. Это не то, что гора, это хребет, через который даже э, планините... подземные эти т, э, туннели. Когда это ему подземные туннели? Автобусы и машины, чтобы ездили. Автобусы, кули И она со стороны Хайфа красивая, И вот страна-то на Хайфа и красиво. А с другой стороны она выглядит вот так. А у другая страна такая. Это место называется Мухрака. То во место сказывал Мухрака. На арабском означает огненное. На арабский означало огнен. Огненное место. Огненное место. Интересно тем, что говорят, что в том где-то в том районе камни, камни просто опаленные. Камониты с опалений. А что там произошло? Вы помните эту историю? Какое все случило там? Сеешьте телесета за история 450 пророков. 450 вала. пророка Навал. Пришли. Садушли. И пришел один. Ильяху, и дошел один Ильяху, который говорит, казва, давайте мы сейчас сделаем, вот вы делаете по своим чертежам вы жертвенник. а, жертвенник. А он взял какие-то 12 камней, которые даже не обработаны. Самое удивительное число 12, что каждый камень, да, который он брал, он вспоминал Иосиф.

померили, там, чтобы ровно было. Он эти сигурно да будет ровно. Красиво, равно, что было. Да будет красиво. Тельца зарубили и тут и там. Теле тогу заколиха и там и там. И теперь надо просить только лишь огонь с неба. И тогда вы треба да молим само за огонь от небету. Прыгали они там полдня. Скачали за там полувинде. Уже начали колоть себя. Започнаха овали, услышь нас. Вече себе си да колят, овали, чуйни. Кстати, на арамейском вал это господин. На арамейский вал твой господин. И вот они говорят. И ты казват. А Илья стоит и говорит: вы громче кричите. А Бог, казват? он, он очень занят, он там, знаете, Бог им много за это великие знаете, дела верши. Великие нечто верши. Сейчас ему не до вас, не, не слышит вас. То есть я не вижу Они еще хуже начали себя колоть. Ты запомнишь, что после этого колят. И вдруг он подходит. И, извина, и я жива, хочу, чтобы вы поняли, что он сделал. Искам да разберете, как вот он и направил. Три года, шесть месяцев засуха. Три години, шесть месяца с... суша. Ничего не растет. Ничто не растет. Вода на вес золота. Вода та, как злату. А он говорит, принесите воду. А той казва, донесите вода-то. Вылейте. И излейте. На него иностранно посмотрели. Сигурно странного погляднуха. Он говорит: "Слушайте, вот здесь еще ров, который возле этого я выкопал жертвенника. Еще да. надо, чтобы он наполнился. То оказывается, что зиров какой-то сам искупал около жертвенника, той работал, чтобы до сих наполнился с водата. Для людей это было просто безумство. За хорото, за хорото безумство. Сигурно. Эту воду жажда. привезли с собой специально, чтобы там, если кто захотел бы пить. Та зи вода специально установила, что с вас сигурно некој когато поиска да пие. Там на планината не ем источник. С другой стороны, хребта есть источник. У другой страна има источник. Но там, где это происходило, там не было источника. Но там, когато това се случвало, там не имало источник. Он выливает, аж по жертвенику стекает вода. И то излива така всякаш и у жертвенника се излива вода то. Туша, которая разделена, она уже просто мокрая. Тялоту, которое уже разделено, то уже мокру. И знаете, что он скажет? И знаете ли, как ваш те кажешь? Он говорит: "Ты казва". Господи, Господин, я все сделал по слову Твоему. Всечку сам направил по Твоему слову. Может быть, тебе Господь что-то сказал и ты не понимаешь? Может быть, Господь нечто тебе казал, но ты не его разбираешь? и, или это в твоих глазах или в глазах твоих родных выглядит безумием. Или в твоих очи или в очите на твоих родни не изглежда като безумие. Но посмотри, что произошло дальше. Но погляди, как во все случило на татак. Когда он помолился, Когда огонь сошел помолил, с неба. Огонь из, 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 сгорел жертвенник. И жертвенника се запалил. Згорела жертва и вода и ров, который там находился. Изгоряла жертва, то жертвенник и ров, который сойномировал там. Говорят, что когда арабы приходили на то место, Казывает, они долгое что, время еще видели эти обожженные камни. Арабы, те саидвали на новое место, аж ты долгое время с виждали те зи упалини И поэтому они его называют Мухрака, огненная Из-за того, оказывается, так Мухрака, упалина, огненна. Итак, огненная. перед нами Моисей и Илья. И такая пред нас са Моисей Илья. Что я что-то одну вещь еще пропустил? что одно нечто изпуснах. Помните, когда Иисус беседует с Никодимом? Сещате ли се Иисус, когато е говорил с Никодим? Наверное, Моисей, когда явился к нему, Секурно он ему Моисей, рассказал. при него, той ему и рассказал. Слушай, а ты знаешь, а вот я помню, когда Чуй, нас кусали знаешь, змеи, а змей, змеите, мне Господь сказал, что я Господь сделал сказал, медного Час направя меден Видите, я не докончил. Дело в том, а. что у меня Чего есть ли, одна не версия. одна версия. В Торе не написано слово «змея». Во не пиши думата «змея». Одна э, одно слово, которое называется сараф. Одна дума, сарах. А когда их много, это множественное число серафим. А когато сам множество, се серафим. Почему-то в первом случае По можно Моисея. причина... Моисея. Не, Моисея. Так, вот, Моисея рисует, рисует вот так, рису вот така, способ, вот этот жезл, и на исчезла, нем рисует змею. И него вот змея я долгое время тоже так и представлял. Долгое время такая я и представлял. И когда я внимательно начал разбираться, когда внимательно за до да разбирам, что такого сло слова есть, но оно не совсем то же самое обозначает. Чита зи думая им, оно не означало точно това. Вот в русском языке есть слово ключ. В русский язык ему думал ключ. Ключ это которым дом эти можно открыть, да, замок любой. Можешь да еще в кошти всякаков а, а Ключ еще есть, который земли бьет. И они а совсем ключ не похожи друг на друга. Бьет и ты не приличат день на друг. Сафар. Сафар. В которой описано. Он написано, что и поставил он на жезле сафара. И пишите, то поставил на жезле сафара. В, в другом месте. В другом месте. Это и это глава у нас Исаи. Шестая глава. Шестая глава. То же самое слово. Что -то дума. Но есть еще и описание. Но и ее описание -то. И вот читаем мы ее в шестая глава. И читаем во шестая первого глава. Первого стиха. От стих. Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. То же самое слово, Слушай, но, в думаешь, но в множественном числе. И у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, сегодня это пелося, Не «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Откуда же появился змей на этом шесте? И вот, когда появи, появилась змея, вверху то зажелал. Дело в, в том, что жезл? арамейский язык, на котором писалась Тора, арамейский язык, с -то писала Тора, и некоторые книги Священных Писаний и книги от Писания. Был переведен во время примерно этот третий первый век до нашей эры. Были сопроведены горы до третьего до первого век преди нашей эры. Начиналось это от Александра Македонского. И се започвало от Александр Македонский. И так как он умер в 323 году. И так как он починал 323 года. То продолжилось после его ставниками то после се е продължила с неговите ученицы? Нет, ставленный. Ну кто после него остался? Наследник. Вот некон... Да, но От это... Там история диадохов, вы, наверное, ее знаете, я не буду про нее говорить. Вот. Войны диадохов, это очень интересно. Войны диадохов, вам много ни, интересно. Не, не к этой теме. Но никому тази -то, тема. И там как раз греки решили переписать... И там Тору на зарешили, греческий. Да, Тора на грецкий. И когда они находили эти слова, и тези думи, на самом деле есть и змей, наистина и змея, и медь, и которая мед. похоже означает одно и то же. Поэтому в книге Царствах мы читаем в читаем нехуштан которому поклонялись даже как идолу. Но кого то сосы поклонили даже кто на идол. И на и в переводе там под строчным там написано, и что медный там пише, змей. Чей меден змей? Нахуш змея. Нахуш змея. А нехушт? А нехушт эмет. То есть, понимаете, То есть, это такая же игра слов получается. Игра получала? И вот в этот период, И период мы посмотрим, как же выглядели тогда эти серафимы. Можно, Оксана? Все как изглеждали время Вот так их представляли так уже по Исаии. По Исаия. Шестикрылый. Шесть, Серафим. Шесть крыла, Серафим. Следующее. Следва что? Это уже современный там современно. рисунок. Но это рисунка. примерно написано, что ноги у него были, что Пишет, он летал. Имало, э, имало инозе, летяли. А раз он славил, у него были уста, значит, голова. А кое славил, значит, имал уста, голова. И, скорее всего, Моисей ему рассказывал вот это. И сигурно Моисей твой рассказывал. Потому что, как в пустыне, как кто посмотрел на то, что поставил Моисей на серафа? Кто это и посмотрел Моисей, кого это поставил в пустыне это сераф Он сразу же исцелялся и не умирал. То есть видно, Господь исцелявал и не изгнивал. В израильской пустыне существует израильской такая пустыня, змея. Существовала такая змея. Ее тоже называют сераф. Существует и называют сераф которая имеет два рога, ее еще има... рогатая гадюка называют. Две рога? Рог, рог, да. Да, два, два... Рога. две рога, рога, рога и мала и рогца да. рог да. рог малки рогца и рог мала. Да. Две. И вот говорят, что если тебя змея укусит. И кажется, змея хапи. Я с давних пор знал, что если есть болото, надо найти лягушку и приложить к этому месту. Знам, э, разбрах, че, Дело в том, что лягушка да на блату, то... дышит кожей, и жаба, она впитывает в себя яд. Да сложишь, яда, така, если нету лягушки поблизости, надо разрезать эту яму, чтобы яд не пошел дальше в кровь. Ако няма жаба наблизо, ти трябва да разрежеш това място, че е, отровата да не върви И постараться нататък. вытащить его или высосать, если это возможно, И да или И да се опиташ прижечь. да го излееш по някакъв начин или нали, да му сложиш. А здесь написано, Мойсей сказал, слушайте, ничего не надо делать, вот, посмотрите. И Моисей пише, всъщност, нищо не трябва да, направи, да правите, погледнете. Скорее всего, Господь, когда висел на, на кресте, Сигурно Господь, когато е висял на кръста, он то же самое. Той същото. Вам не нужно ставить множество свечей для того, чтобы приобрести спасение. Не трябва да слагаш много свечички, за да получиш спасяване. Вам не нужно делать какие-то эти ритуалы не босиком обходить все святые места. Ритуали, да ходите бос во святите места. Господь сказал, посмотри. Господь и казал, погляди. С верою погляди. С погледни, и ты будешь спасен. И спасен. Теперь, подводя итоги, все-таки Лука интересный вот в 9 главе описание сделал о том, Лука в глава направил много интересного описания, что с ним они беседовали, за то, что со с него, это 30-31 стих, Твое триста Что с ним должно произойти в Иерусалиме? Как вот со Снегу, требо да заслучею Иерусалим. Представляете, Иисус с учениками. Иисус со ученицей. Он находится на горе Фавор. То есть набира на планината Фавор. Переди эту гору и уди отсюда во. Применит ази планина и си заминавый. Или выбери себе, можно в торжественный вход. Или си избери торжественный вход, Торжественно который был написан у Захарии, кое-то в девятой главе девятым стихом. девятая глава, 9, глава, 9, 9 стих. Прочитаем. Да прочитаем. Ликуй от радости тщер Сиона, торжествует тщер Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле сыне под Еремной. Захария говорит о том. Захария казва за то, что Мессия зайдет на ослице и молодом осленке. Че влезе на осел, рожба на ослица? И это должно произойти. И твоя трява да си случи. И Иисус точно также зайдет в Иерусалим. Иисус по схожему начин жти влезе не в Иерусалим. выбрал дорогу уйти обратно. Не избрал путь, да си замени обратно. Спрятаться. Да си скрие. Его предупредили. Предупредил его. Он родился для того, чтобы умереть. То есть, Звучит странно, умре. да? Звучи странно. Вы представляете, когда ты вот хороший человек, си, ничего плохого, ну, человек, почти не сделал такой почти культурный грешник. Не направил, культурен грешник. Я не бандит, не убийца. Не сам бандит, не убивам. А вот прикиньте, в тюрьме люди. Представляете, его в затворах орота. разного типа. Са различные типовые.

Насильники маньяки, а убийцы, ли, насильники, маньяки, убийцы, которые пришли к Богу. при Бог, Они есть. И маги. Они есть. И маги. Если мы сейчас нам показать какое-то преступление, мы, наверное, сразу вот он должен наказан быть убит застрелить. Не нищие, кажем, че, сигурно, треба, да накажи, да, а если они покажут никакого преступление они что, скажем, что, наверное, требо наказать себя накажи а есть такие, которые покаялись, и ихняя жизнь поменялась. И матези, куда сосы покаяли, и их живот сей променил. И это то же самое, и что вот они то? взглянули с верою. Те са, по начин погледнали со вярата. На крест, на котором Иисус. На кръста, където Иисус. И поверили. И са повярвали. Поэтому их жизнь поменялась. И за това их живот се е променил. И вот теперь, подходя уже к концу. И към края. Все-таки странные слова. Петр странные увидел думи, э, Илью и Моисея. Петр и видел Илья и Моисей. Слушай, давай сделаем три кущи. Чувай, да это направим э, три Слушай, Петр, праздник кущи будет через полгода. Чувай, Петр, э, праздника на шатри те, что след половин с, с чего Добрялись? ты вообще решил? Этого, что тебе нужны кущи сделать. Где За ты что, вообще известно, на горе решил деревья направить найдешь? Планината? А оказывается, что у того же самого Захарии, Захария, но в 14 главе, но в 14 глава, в 18 стихе, в 18 стих, э так, написано. Пища. «И, и, если племя египетское не поднимется в путь и не придет, и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. То есть Царство Божие, то есть празд то есть царство упоминающее на Бога, в 9 в 14 главе у Захарии пророка кое-то в 14 глава на пророк Захария а все описывает все и там есть праздник кущей и там има праздника на четвёртые вот поэтому Пётр и подумал вот оно царствие божье давайте праздник кущей сделаем подтверждение так как это подтверждание да направим праздника на четвёртые и написано, что не знал, что говорил. И пищи не знал, как его указывал. И теперь представьте, Господь не заходит представьте, в Иерусалим. в Иерусалим. Он понимает, что тот, кто рядом с ним ходит, он его предаст. Той че този, който до него, го но Божья любовь такая, что Иуду он любит до конца. но Божье это любовь такова, что Иуду его убьет до края. Это подтверждает слова. Когда представляете, вас пришли арестовывать? То вапот подтверждava думаете, представитесь, и когда твои двадцать вересува. И он ему говорит: Ахи, это мой друг. И той казва Ахи, твоя мое приятел. Этим целованием ты меня предаешь? С этого целованием я предаешь. Дальше идет посмешки, побои, После има смешки, и он берет на себя все грехи мира. И взима себе все, на, света. На, кресте на кресте Он креста, понимает, что в этот момент даже небеса отвернулись даже небесата са Когда поете песню «Свят Господь», «Свят Господь», когато пеете тази песен «Свят Господь», «Свят Господь», это означает, что он не может приблизиться ни к чему грешному. Даже, означава, че той не може да доближи нищо грешно. Даже к своему сыну, который взял син, наши грехи на себя. Който взял наши грехове върху себе си. И в этот момент на кресте он кричит. И в този момент на кръста той вика. Ели, ели, лама азавтани. Тувавика. Это означало, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Това означало, Боже мой, Боже мой, за что си меня оставил? В греческом переводе там написано Савахтани, гръц... я помню. В греческий перевод пишет такая. Но эти слова написаны в Псалме 21, первого стиха. Вы можете Но посмотреть. Но эти думы пишут в Псалме 21, глава 1 стих. Это говорится о том, что Иисус, Това несмотря казва, на то, Иисус... что Ему было больно, обидно, было было его, его сердце наполнено было любви к людям и к Некому слову Божьему. Било, с и, и в последний момент в последний он момент читает, цитирует псалмы Давида. псалмина Давид. Я думаю, когда он скажет слово свершилось. А смысле, что когда то ты кажешь, направленное. Это означало я все сделал по слову Твоему, как и Илья. Тваш то означало часто направив всечку по Твоему слову, как то Илья. Но это случилось, не когда Он воскрес. Но твое случило не когда то воскреснул. А когда Он умер на кресте. А загинул на кресте. За каждого из нас. За всякий един от нас. Следующие недели. Следующие Будет проповеди продолжение. Что ты будешь проповедь продолжение? Которые братья или сестры будут рассказывать? В какой то братья или сестрички рассказывают? Об этих событиях, которые там будут проходить. За эти события, о которых те случат там. И у нас есть еще время? Не имеем, а время? Пять минут. Пять минут. Просто встать. Достанем. Да если дорогая душа ты перед телевизором или компьютером при телевизора телефона компьютера ты можешь стать можешь достанешь да и просто сказать такие простые слова и докажешь да такие вопросы думи, что дорогой господь че драки господи я верю что ты умер за меня а с вером часе умрял замене я верю что моя жизнь может измениться вером че мой живот может осыпрумени ты я верю, что я могу называться твоим сыном или дочерью. Верю, что могу да се называм твой сын или дочеря. Не потому, что я такой Не хороший. Не таков добр. А потому, что ты такой любвеобильный отец. А за что ты -то си толково любвеобилен отец? И я прошу тебя, ты прости меня. Моля тебя, прости меня. Прости, о чем я думаю. Прости мне то, за кое-то си Прости то, что я делаю в тайных местах. Прости мне то, во кое-то праве во тайните места. Прости, может быть, я двойной человек. Прости мне, может быть, сам двойн человек, Может быть, я лицемер. Может быть, сам лицемер. Но я хочу измениться. Но искам да про меня? Я хочу стать таким. Искам да стана таков. Каким хочешь меня видеть ты? Каков то искаш ти да ме виждаш? Чтобы к концу своей жизни. Чекам края на мой живот. Я тоже смог сказать эти великие слова. великий Я все сделал по слову твоему. Сечку сам направил по Твоему эту слову. Да благословит каждого из вас. Да благослови всякий единот вас. Господь. Господь. Бог. Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. и Святия Дух. Амин.